Артур зовут. А почему нет? Да они любят все имена менять. А, Артуры? Нет, не Артуры, а Мамедбеки. А, Мамедбеки. Ну вообще Артур вроде у них такой, типа, распространённый. А это в какой стране вообще? Или там в разных? Ну я не знаю, в разных просто. Да, там сухой разберёшься. Всякие южные. Всякие, да. Что язык там будет, что все остальное. Кто-нибудь будет оттачить? Куда Никита свалил? Фору дает нам. Ой, хорошо. Элис за мной бегает, тварь, ты прикинь. Чего? У нас какой-то Блэк Джек и мисс зашли уже за секунду чисто. Никита, я не знаю, куда он свалил дубина, сейчас я ему напишу. Лёша, ты какого хера уже здесь? Я хотел танк активировать. Нахера я зареспился? А мне не перереспится теперь еще. Всё, мисс пришла ко мне. Блэкджек! Сейчас построим империю. Ну не лучше будет атаку. Прикол в том, что не перереспится, потому что надо бежать назад, а я спереди. Йоу! Вот это близко было. Блэкджека почти прям вообще за ухо царапал. Ну чё? Куда ты перелетел контейнер? Никита, дубина, какого хера ты отошел и ничего не сказал? Ты чё, блядь, глухой? Я же сказал, ща приду. Ничего ты не говорил, никто вообще не слышал этого. Ну, меня Лёшка доплажилась, сказал... вот сейчас я приду. Ну, мы никто не слышали. Не сливнула. Не, Люба, это все равно провал, походу. А, трое лежат. Трое лежат. А где еще один, я не вижу, раз.